Всем привет! Меня зовут Даша, и вы на канале Даша Техник. И сегодня я хочу вам продолжить рассказ про форум «Армия-2023». И в этот раз я хочу вас посвятить в тему борьбы с дронами. Это довольно актуальная проблема, которая нависает над современными боевыми действиями как и с стороной противника, так и с нашей стороны. И говорят, что даже боевые действия в дневное время довольно сложно вести, так как на линии соприкосновения просто летают раи этих летательных аппаратов. И, соответственно, тема борьбы с ними довольно широко была представлена и на форуме в прошлом году. Так что давайте посмотрим, что предприятия показали в этой теме. Поехали. Бронемашина АМН-590911 «Спартак» является развитием одноименной машины. Кабина у нее та же, а главное отличие в шасси. Оно стало трехосным. Позади разместилась 57-миллиметровая зенитная автоматическая пушка С-60 и, впрочем, орудие, судя по его состоянию, с длительного хранения. А для выставочного экземпляра это вполне уместно. Стоит напомнить, почему вытащили такое количество старых зениток. Боевые действия в Сирии показали, что С-60, которых много в сирийской армии, оказались оптимальной системы для использования по наземным целям. И поэтому все воевавшие стороны очень быстро стали монтировать их на шасси грузовиков. И оставалась самая малость – придать концепции гантрака заводской вид. «Спартак» с 57-миллиметровой пушкой С-60 появился явно не как инициативное решение. И не стоит удивляться, что вскоре такие машины будут серийными. И немного об автоматической пушке С-60. В настоящий момент ООО «Новые оборонные технологии» предлагает три варианта модернизации оружия с последующей установкой на шасси «Спартака». Орудие получило даже уникальное имя – САЗП-57. В самом простом исполнении пушку снимают с повозки, заменяют все электрооборудование и размещают боекомплект рядом с пушкой, и расчет сокращен с 8 до 4 человек. Второй вариант подразумевает восстановление ресурса орудия и дальнейшее сокращение расчета до командира, наводчика и заряжающего, а также установку электроприводов наведения, дальномеров, приборов ночного видения и сведения механизмов наведения на одно рабочее место. В ходе углубленной модернизации С-60 обзаводится дополнительно к вышеперечисленному автоматом сопровождения целей, тепловизором, прообразом системы управления огнем и автоматической системы подачи боеприпасов, вплоть до возможности ведения огня снарядами с программируемым подрывом. И в этом случае цена доработки древнего С-60 многократно превышает стоимость самого орудия. Но эта идея довольно интересная и имеет все права для реализации. И таким образом российские инженеры дали старой советской пушке вторую жизнь, а это ЗАГ-23Э на выставочном форуме «Армия-2023». Это самоходная зенитная арт-установка малой дальности. И разработана она совместно компаниями «Туломашзавод» и «НТЦ Элинц». И создана она на базе БТР-82А и вооружена двумя 23-миллиметровыми пушками ЗУ-23-2. И, как отмечается, система оснащена передовыми оптико-электронными средствами обнаружения и способна уничтожить в автоматическом режиме воздушные угрозы, такие как беспилотники, вертолеты и крылатые ракеты, работающие в ближней зоне. Использование проверенной десятилетием службы ЗУ-23-2 обеспечивает впечатляющую скорострельность зенитки, а мобильная платформа, ее маневренность, оперативную гибкость и возможность движения по бездорожью. А наличие собственной оптико-электронной системы позволяет независимо обнаруживать цели. Массовое появление ЗАГ-23 на фронте позволило бы российским войскам избавиться от практики размещения ЗУ-23-2 на борту ничем не защищенных грузовых автомобилей. Работы по перспективному комплексу борьбы с БПЛА начались несколько лет назад по инициативе Министерства обороны, а исполнителем был выбран АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод». Он же КМЗ, и на форуме «Армия-2022» КМЗ впервые показал результаты проведенных работ. Это был опытный образец в виде бронеавтомобиля «Тайфуна ВДВ» с боевым модулем новой разработки, модернизированной 23-миллиметровой артиллерийской установкой ЗУ-23-2. Перспективный боевой модуль от концерта КМЗ разработан на основе серийной зенитной установки ЗУ-23-2, и последняя получила набор новых приборов и устройств, обеспечивающих поиск целей и наведение в дистанционно управляемом режиме. Получившийся модуль является универсальным и может монтироваться на разные платформы. Для нового модуля на КМЗ разработана так называемая центральная вычислительная система ЦВС, и она представляет собой компьютер со специальным программным обеспечением, выполненным с применением элементов искусственного интеллекта. ЦВС собирает информацию с оптико-электронных средств,
от метеостанций и других, и обрабатывает их и выдает данные для наводки и стрельбы. Особый интерес представляют средства и методы управления модулем и стрельбой. Так, в распоряжении стрелка-оператора имеются традиционный пульт управления и очки дополненной реальности. Пульт может использоваться за пределами машины, а кабель обеспечивает работу на дальности до 100 метров. Радиостанция связи до 2 километров. По известным данным, проект зенитного модуля от КМЗ успешно продвигается вперед и подтверждает ожидания. И в обозримом будущем завершится разработка нового боеприпаса, который дополнительно улучшит возможности модуля. И, вероятно, после этого Министерство обороны оценит такую разработку и определит ее будущее. Несколько лет назад холдинг «Росэлектроника» впервые показал многофункциональный комплекс «Радь» и недавно представил его новый вариант. И за счет характерного облика оба изделия отличаются высокой подвижностью и должны показать высокие рабочие и боевые характеристики. Изделие «Радь» представляет собой самоходный комплекс с набором разнообразного оборудования, предназначенного для обнаружения и сопровождения малоразмерных сложных воздушных целей. Кроме того, имеется собственное вооружение для поражения найденного объекта. И при этом организация-разработчик предлагает сразу два варианта вооружения, способных эффективно поражать беспилотные цели или иные объекты. И оба варианта комплекса «Радь» строятся на основе бронеавтомобиля СПА-70К4. Эта машина имеет объемный броневой корпус, защищающий экипаж и аппаратуру от стрелкового оружия, осколков и взрывных устройств массой в несколько килограмм. А дизельный двигатель оптимальной мощности позволяет машине разгоняться на шоссе до 90 км в час и передвигаться по пересеченной местности. Целевое оборудование и вооружение размещается внутри корпуса броневика и за его пределами. Так, на крышах машин находятся антенные устройства радиолокаторов и других систем, вооружение и так далее. А внутри бронеавтомобиля находятся средства энергосбережения систем, необходимая электроника и рабочее место оператора. «Радь» штатно несет средства подавления и уничтожения беспилотных целей. Так, на борту машины имеется собственный комплекс радиоэлектронной борьбы. Комплекс РЭП в автоматическом режиме следит за эфирами, выявляет активность в основных диапазонах, используемых беспилотными системами, и при обнаружении сигнала связи и управления ставится помеха, и эффективная дальность воздействия на типовое ВПЛА составляет 1,5 километра. К настоящему времени два варианта «Рати» дошли до испытаний и до стадии показа на открытых мероприятиях. Это может указывать на достигнутый прогресс и скорый переход проекта на следующие стадии. Соответственно, можно ожидать, что в ближайшем будущем такие комплексы борьбы с ППЛА пойдут в серию и поступят в войска. Министерство обороны и другие структуры пока никак не комментировали этот вопрос, но информация о принятии на вооружение может появиться просто в любое время. Классическое ЗУ-23-2 получило ряд обновлений и теперь способно бороться с рядом беспилотников, и в том числе с малогабаритными БПЛА. Новый образец под названием ЗУ-23АЭ был представлен на выставке форума «Армия-2023». Благодаря усовершенствованиям, автоматическая пушка калибра 23 мм теперь обучена командной работе, где комплекс из трех пушек может работать синхронно, помогая основной командной установке выполнять совместные задачи. Причем для повышения живучести и эффективности всего комплекса отдельные установки могут быть размещены на удалении до 100 метров друг от друга. Главная пушка оснащена автоматом слежения за целью и оптико-электронным модулем с интегрированными телевизионной и тепловизионными камерами с функцией лазерного дальномера. Причем пушка в соответствии с современными требованиями оборудована электропуском, тем самым позволяя оператору управлять всей системой дистанционно. Кроме того, добавлен электропривод самому орудию. Для экономии боеприпасов ствол перенастроен на более медленный темп стрельбы в 500 выстрелов в минуту и получил новый режим огня – выстрелы одиночными и выстрелы по два патрона, а сами снаряды стали с программируемым временем подрыва. Базовая версия ЗУ-23 была создана в конце 50-х годов прошлого века для борьбы с низколетящими воздушными целями. Но, как оказалось, «Зенитка» отлично борется и с наземной техникой, и с личным составом противника. А перед вами переносное средство радиоэлектронного противодействия беспилотной авиации «Аргумент-2». Это противодронное ружье, и оно было создано специально для постановки радиопомех беспилотным воздушным судам с целью срыва их полетного задания, что в свою очередь эффективно позволяет противодействовать несанкционному проникновению дронов на охраняемую территорию и предотвращать совершение терактов в местах проведения массовых мероприятий и на объектах закрытого типа, в аэропортах, вокзалах, а также на объектах военной и критической инфраструктуры и в том числе на АЭС и ГЭС.
Аргумент 2 действует путем радиоэлектронного подавления сигналов спутниковых навигационных систем, каналов управления и каналов передачи данных БПЛА в широком диапазоне частот. И в результате его работы происходит аварийная посадка или возвращение беспилотника к месту старта, или же просто его падение. Отличительной особенностью противодронного ружья «Аргумент-2» является возможность подавлять каналы управления и спутниковой навигации как одновременно, так и раздельно. И кроме того, это переносное средство радиоэлектронной борьбы весом не более 6 кг, с довольно маленькими габаритными размерами. И оно не требует специальной подготовки оператора и сразу готово к работе. А перед вами радиолокационная станция «Скаут-патруль». И она предназначена для автоматического обнаружения и идентификации малоразмерных БПЛА на дальности до 30 км. РЛС имеет высокие возможности по обнаружению малоразмерных БПЛА, сопровождению и распознаванию воздушных объектов и отличается относительно небольшой массой и высокой эргономикой. А это переносное средство противодействия беспилотным воздушным судам «Аргумент-3». Комплекс предназначен для пресечения противоправного проникновения БПЛА в охраняемое пространство объектов путем подавления каналов связи, управления и навигации с неподготовленных позиций участка охранения. При включении создается непроницаемая для беспилотного воздушного средства защитная полусфера одновременно в 10 радиочастотных диапазонах, чем обеспечивается эффективное радиоэлектронное подавление систем управления БПЛА. Комплекс способен подавлять каналы связи управления и сигналов спутниковой навигации беспилотных воздушных судов как вертикального взлета, так и самолетного типа. Оператор может выбрать режим радиоэлектронного подавления, непрерывный или же импульсный, и оптимальные частотные диапазоны помех. Изделие не требует специальной подготовки оператора и готово к применению в масштабе времени, близком к реальному, и соответствует международным стандартам воздействия электромагнитных полей на человека. Новая модификация ГАЗ-66, разработанная Нижегородским авиационным обществом, оснащена бронированной кабиной, которая может быть как и одно, так и двухрядной. Кабина также имеет систему кондиционирования и дополнительную защиту для топливных баков. Одной из важных особенностей ГАЗ-66МБ является возможность установки различного вооружения на грузовой платформе с грузоподъемностью до 2,5 тонн. Например, боевой модуль ЗУ-23М1М способен поражать цели на расстоянии до 2,5 километров и обеспечивает высокую точность в дневное и ночное время. Раньше мобильные комплексы борьбы с дронами размещали на японских «Тойотах», а сейчас же базой установки репеллент-патруля послужил очень российский «Барс». И в радиусе от 4 до 7 километров репеллент-патруль создает непреодолимый для дронов любых типов радиоэлектронный купол. Влетая в этот купол, беспилотники сразу же теряют связь с операторами и их управления, и по заложенной в них программе должны вернуться для восстановления сигнала. Сигнал восстанавливается, и дрон опять летит в купол и опять теряет связь. И в это время оператор репеллент-патруля определяет точку нахождения наводчика вражеского дрона и передает ее координаты тем силам, которые должны с ними бороться. Комплекс защиты способен работать на ходу автомобиля, то есть может прикрывать колонны в движении, и монтируется он на любое шасси. За рубежом на российскую систему отпугивания дронов обратили внимание еще несколько лет назад, и сейчас репеллент-патруль поставляется иностранным заказчикам, которые от него в восторге. А вот до передовой на Донбассе репелленты, похоже, еще не добрались. Хотя, если бы такие отпугиватели дронов массово применялись в спецоперации, небо над головами российских воинов давно бы было чисто от дронов. И вот такой обзор современных идей противодействия беспилотникам у меня получился. Какой экспонат вам запомнился больше всего, напишите об этом в комментариях. А если вам понравилось видео, то с вас лайк и подписка. Если вы хотите поддержать мое творчество, то я рекомендую это сделать через сервис Boosty. Все ссылочки есть в описании. До новых встреч. Пока-пока.